как украинцев и как украинское объединение «Украинский мир», нас двигало сегодня прийти на эту демонстрацию желание к миру. Никакой другой пункт, никакие другие проблемы или вопросы, только к миру, стремление к миру между нашими народами. Поэтому мы тут, так как стоит на плакате «Мы за мир». Конечно, мы понимаем разные настроения людей в такой момент, разные ситуации, что нас тут сегодня может ожидать. Но мы пришли как украинцы, мы готовы к миру, и мы надеемся, что нам ответят тем же. И душа утешена, это мирный край.